Всем привет, ребята! И вы на канале Анна Крин. Да, мы сегодня делаем поделку. Мы уже насыпали песок. Тут инсталляция будет такая, да? А, это сломанный фонтан. У нас или он не сломанный, не знаю. Да, это был раньше фонтан, но мы его решили немножко отреставрировать. Мы его сделаем больше за счет того, что здесь мы взяли разносик, мы взяли поднос, насыпали песок, и сейчас будем делать подделки на нем. И таким образом мы увеличим саму подделку, да, да, ребята? Да. Что мы для этого взяли? Клей-пистолет, да. Ракушки. Ракушки разные, вот камушки у нас есть морские. Цыпленок, да, цыпленка пристроим. А у нас вулканический еще песок. Мы это обычный песок насыпали морской, это вулканический какой-то. Да. Ракушка большая от Рапана. И запасные силиконовые палочки клеевые. Будем клеить. Да, что, ребята, приступаем? Мы сначала положим самые большие раковины и камушки. А потом будем мастерить вместе с маленькими. Будем приклеивать. Да? Давайте подбираем, какие больше подходят. Ну да, сначала большой. О, смотри, какой красивый камушек, да, с полосочками. Его, это никто не рисовал, он да, такой был. Да, да, да. А розовенький тоже такой был? Да, думаю, да. Вот какой-то. Давайте, берите, берите. Самые крупные ложите. Мне вам нравится. Я вас просто снимаю. Ой, волосами по песку не надо. Ух ты, а ну покажи прозрачный камень. Ух ты, вот это здорово. Прозрачный камушек. Да, да. Ложите так, как вам нравится. Как вам больше нравится. Вот еще большая вот раковина. Можно еще одну положить. Вот. Мы его приклеим. Большую раковину мы решили перевернуть. Хорошо бы туда русалку положить, да? Угу. Посадить. Но у нас ее нет. У нас есть цыпленок. Там будет цыпленок. Мы его приклеим. Цыплята тоже любят быть русалкой. Ух ты, он там прячется, как здорово, как в домике. Давай его в конце приклеим. Ты можешь клей пока вытащить. Итак, на арену выходит Кристина. Кристина, что будешь делать? Девочки будут давать, и я буду клеить. Клеевым пистолетом будешь пользоваться, да? У тебя в руках клеевой пистолет. Мы выбрали камушки, чтобы сюда приклеить. Ну, давайте, давайте. Давай, 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 давай. Давай садись на стул. Играться хочешь? Да. А вы подвинете и зайдите. Аня, аккуратно. Ты правильно делаешь? Правильно, Аня? Да. Молодец. Давай, и Настя, давай. С той стороны подойди, с той стороны. С той стороны. Ангелина, просто. Ладно, хорошо, просто пробирайся. Какие цветные камушки, покажи, пожалуйста. Натуральные цветные камни, они не крашеные, они такие были. Что у тебя, покажи. У тебя божья коробка? Покажи, Настюш. Эй, ку-ку. Покажи божью коробку. Ух ты, такая божья коробка. Покажи. Ух ты, классно, черное стекло, да? На стул хочешь сесть? Ты воды хочешь? Красиво. Ух ты! Вот так оставите уже красиво, да? Ой, все иди! Ух ты! Клей. Вот, дай Кристине. Вот большая девочка Кристина. Кристина нальет клей. Давай, дай Кристине. Кристина. На чудовище похоже? Да. Ой, как вы классно сделали. Ничего не трогай, потому что там еще стакан. А, не трогай, не трогай, запачкаешься. Классно вы сделали. Вообще здорово. А это...
Это разноцветный клей, вот видите, розовый. Мы его покрасили и начали выдавливать. Здорово придумали. Мама, ты... Да? Мама, ты... Куча паутины. А вот красная паутина. Бабу нельзя? Ну что, ребята, говорит, подписывайтесь на канал. Давайте. Аня, Аня, Аня. Подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, вам понравилось или нет. Если нет, тоже, тоже напишите. И какие поделки вы делаете, тоже пишите. Что делаете? Мы кушаем арбузы. Арбузы кушаете? Да. Приятного.